Наши коллеги из ГТРК «Алани» отмечают сегодня юбилей. С праздником коллектив и ветеранов телеканала поздравил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он поблагодарил работников за активное участие в жизни республики, за высокий профессионализм и нелегкий труд. Пожелал мира, добра и процветания. Также за вклад в развитие телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность Сергей Миняйло наградил медалью во славу Осетии заместителя генерального директора ВГТРК Рифата Сабитова, звукорежиссера высшей категории службы радиовещания ГТРК «Алания» Зою Газаеву и ведущего программы службы радиовещания ГТРК «Алания» Станислава Кацаева. Почетные грамоты и благодарственные письма из рук главы получили начальники служб, шеф-редакторы и специальные корреспонденты.